Добрый день. Снова мне досталась такая привилегия говорить здесь, с этой кафедрой. Мы, как бы, уже все собрание даже так идет, что мы говорим об отношениях с Богом, с Отцом. У Иисуса была очень известная молитва «Отче наш». Весь мир ее так и знает. В основном, большинство людей, они ее просто буквально повторяют. Что у православных «Отче наш» одна из самых как бы известных, фундаментальных молитв. Что у католиков «Падре Нуэстро» это вообще там во время ритуалов ее тоже используют. Недавно я разговаривал с человеком, который убеждал, он как бы был такой харизмат в духе, и поэтому раз дух был дан в деяниях, он убеждал, что все, что Иисус в Евангелиях сказал, это пока еще было не до конца. Я даже не могу в это поверить. По одной простой причине. Я вообще не верю, что Иисус хоть что-то сказал лишнего на земле. Не то чтобы зря. Потом Отец Духом Своим Святым, Он инициировал апостолов и ученика, то есть Матфея и Луку, чтобы аж в двух Евангелиях эта молитва она была. То есть, соответственно, то, что сказано, и вся Троица участвовала, чтобы это появилось, в Библии не может быть вообще даже запятой, зря или лишней. Поэтому, наоборот, вместо буквального прочтения надо рассмотреть и рассматривать каждое слово вообще, что Иисус хотел сказать, потому что Он учил фундаментально. То есть ученики спрашивают, научи нас молиться. Давайте откроем Лука, 11 глава. Кто хочет там, может Матфея открыть. Ну, пока по Луке. Матфея, мы просто 6 главе. Здесь с 1 стиха. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Он сказал им: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал. Вот представьте, это была такая молитва, которая так подействовала на учеников, что они сказали: «Господи, научи нас молиться». Тебе и мне до обращения к Богу действительно нужны были учителя, которые научили бы тебя молиться. Евреям это было не нужно. Они жили в народе, который молился каждый день. Это был очень религиозный народ. Каждое утро они вставали, и как минимум мужчины вставали и молились. Это входило в прямые обязанности отца. Плюс они посещали все синагоги, у них образование шло через закон, через учителей. То есть это был народ, который молился с утра до вечера. В принципе, как бы их побуждало даже вот их правительство, то есть вот фарисеи, саддукеи, про которых мы читаем, это были люди, которые всегда молились. Даже Иисус им вставил в упрек, как они это делают формально, лицемерно, на углах улиц, чтобы их видели люди. Но Иисус молился с жизнью. В нем была такая жизнь, такая глубина и близость отношений с Отцом. Вообще, если мы внимательно читаем Евангелие, да и даже не внимательно, потому что в них столько примеров молитв Иисуса, что ты это не можешь даже не замечать. Иисус молился, чтобы избрать апостолов. Ему нужно было мнение Отца, и важно мнение Отца, чтобы Он указал, кого Он изберет. Иисус молился, отправив своих учеников, потому что ему нужно было побыть наедине с Отцом. И они запаниковали, как и мы, когда разлучаемся с Иисусом, попали в шторм. Он должен был прийти к ним по воде, чтобы они успокоились. Иисус молился часто, об этом говорят Евангелия, и так, что это было для людей чем-то захватывающим. Лютер, кто знали его близко, люди были больше шокированы его близостью с Отцом в молитве,
прям письма писали. Это осталось в истории, потому что люди письма друг другу писали, как Лютер молился. Они были шокированы этим больше, нежели даже глубиной его откровений, когда он из всего этого католицизма, нагромождения традиций, преданий, ересей, он все-таки смог выйти и повел за собой как бы людей к чистому Евангелию, насколько он его сам понимал. Но люди больше были шокированы, как он молится, как он близко с Отцом. Все великие проповедники, пастора, то есть это были люди молитвы. Молитва – это личное отношение с Богом. Поэтому не формальное повторение текста, потому что существуют целые формулы, да, там 7 раз должен помолиться, что эффект усиливается, это же не таблетки, что ты их выщелкиваешь себе на руку и глотаешь, чем больше, тем лучше. Но здесь фундаментальные принципы отношений. Первый принцип сам – это отношения. Если у тебя живые отношения с Богом, люди вокруг это видят, даже это чувствуют, им не надо даже быть с тобой на молитве, они это потом по твоей жизни видят, что у тебя есть живые отношения с Богом, что Бог, который в тебе, он жив, он силен, он с тобой работает, он в тебе работает и через тебя. Поэтому случилось, что он в одном месте молился и перестал. Один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Он сказал... Все, Иисус начал учить, потому что его попросили научить. Его попросили дать не формулу для повторения, а научить. И в этой молитве содержится учение. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе». У Иисуса было уникальное право называть Отца Отцом. В своем роде Он был... единственный, кто именно так имел право называть отцом. Потому что мы начинали наше собрание с Иоанна, с первой главы, с первых стихов, что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью, и обитало с нами полная благодать и истина. Благодать в Иисусе Христе, она открыла нам доступ к Отцу, прямой. Что люди, рожденные от Бога, получают Святого Духа по вере в Иисуса Христа. Твое общение строится, оно становится полным. Ты можешь общаться с Иисусом Христом. Вот величайшая привилегия с Богом, с Отцом. У тебя действительно есть сейчас Отец на небе. Если ты его пока не принял, принимай. Без этого никаких обходных путей к Отцу на небо не существует. Ты обложись молитвословами. В принципе, что делает религия? Людей, у которых нет живых отношений с Богом, она их обкладывает книгами и своими примерами, чтобы ты через них молился. Когда у тебя живые отношения, тебе это не нужно. Ты знаешь, какие у тебя проблемы, ты знаешь свои нужды, ты способен их сказать Богу. Поэтому здесь принцип всего благодарения, принцип отношений с Богом, принцип приношения своих нужд, принцип твоей жизни на земле. Тебя Иисус учит, как ты даже должен жить. Вот это мы и рассмотрим. Мы будем всегда оставаться в этом отрывке. Сыновство. Давайте пока просто перейдем. Ефесянам, 4 глава, 13-14 стихи. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения». Вот, мы должны понимать, очень часто бытует такое мнение, ну мы должны быть как дети, мы должны быть как дети, аминь. Но у детей есть разные возраста. И те, кто подразумевают, что вот это мы должны быть как дети, это что ты ничего не должен понимать, что тебе простительны любые твои ошибки, но мы же дети. Это неправда, это не библейское учение. Библия учит, дабы мы не были более младенцами. Понимаете? То есть, когда ты рождаешься свыше, когда только начинаешь, тебе допустимо. Например, ты не знаешь еще слова, тебе его только начали преподавать. Но и то, по практике видно, что Бог в этот момент дает людям первую любовь. И наоборот,
несмотря на некое незнание слова «дух», который Бог дал людям, Он их предостерегает от ошибок, от заблуждений, от грехов, потому что ты уверовал, Бог тебе дал свой дух, ты переполнен вот этой радостью от этого, ликованием, что ты родился свыше. Но позднее ты уже должен взрослеть. Это относится к тебе, ко мне, к нам, к людям по отдельности и как к группе. Дабы мы не были более младенцами. Многие люди, надо проводить духовный тест ДНК. Он звучит так, что мне как верующему нужна вера, чтобы верить, что передо мной верующий. Если ты или я, мы находимся в таком состоянии, это ненормально. Библия учит, что ты не должен быть вот таким верующим, по которому в лучшем случае не видно, что он верующий, а в худшем видно, что он, похоже, даже не верующий. Потому что здесь написано, младенцы, они увлекаются всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения. Мир и дух этого мира, потому что какой ветер учения? Отсюда не дует ветер, из книг не дует ветер. Ветер и дух – это равнозаменяемые понятия как бы в еврейском. Руах. И, соответственно, что дух, в мире действуют духи заблуждения, лукавство людей, потом наши сердца, они тоже лукавы. Если ты с помощью Божьего Духа, сознанием Его истины, не будешь побеждать лукавство своего духа, своего сердца, то ты будешь порабощен. Библия учит то, что сердце человека лукаво. Крайне испорчено. Если ты не будешь возрастать в познании Бога, если ты не будешь возрастать в отношениях с Ним через Его Дух, в Духе, то ты будешь увлечен. Целое хитрое искусство. Мы попытаемся нарисовать картину или сочинить стихи, или написать книгу, мы убеждаемся, что мы не искусны. Но ты иногда видишь какие-то произведения, слышишь музыкальные произведения, ты вот понимаешь, в этот момент ты понимаешь, это искусство. Так вот, здесь говорится об искусстве, обольщении. Есть целые как бы дьявольские учения, его тоже духи, которые они воздействуют на церковь, воздействуют на отдельных людей, искусство обольщения, лукавство человеков. Отличительная черта, например, последнего времени, что люди будут избирать тех, кто будет льстить их слуху. Поэтому, соответственно, как есть люди, которые готовы льстить, так и есть люди, которые будут их выбирать. Поэтому будешь младенцем, попадешь в обольщение. Будешь колебаться, увлекаться. Любое учение, правильно или неправильно, ты не будешь способен это определять. Поэтому Библия тебя учит. «Доколе все придем в единство веры, в познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христа». То есть, тоже вопрос. Готов ли ты прикладывать усилия, чтобы превращаться в мужа, чтобы превращаться в зрелого человека? Вот. Поэтому в Отче наш входит тоже вот это. Мы, конечно же, убедившись, что у нас есть Отец на небе, мы обращаемся к Нему. Ты в этот момент как бы привыкаешь жить, ты в маленьком состоянии, в большом. Но обращаясь к Нему, тоже обрати внимание. Потому что мы в основном, если мы впадаем в лень, как бы безразличие, похоже, что Бог превращается в нашу обслугу. Мы всегда Ему только несем, что нам не хватает, в чем нам надо помочь и что Он должен для нас сделать. Но Иисус прожил жизнь взрослого сына. Апостолы, ты по Евангелиям увидишь, что в Евангелиях они ошибаются, в деяниях их уже начинают убивать и гнать. Почему? Потому что они перешли из состояния людей, которые только начали, они перешли в состояние людей, которым Бог доверил проповедь целым народам. Сначала отдельным личностям, потом целым народам. То есть они повзрослели под воздействием Святого Духа, который действительно деяния описывает. Как он пришел и начал работать с людьми. Этот день назвали Пятидесятницей, он был в Пятидесятницу, и существует целая деноминация людей, которые называются Пятидесятниками. Так вот, видно, что они повзрослели. Мы тоже должны повзрослеть. Писание нас призывает к тому, что мы должны повзрослеть. Сущий на небесах. Для взросления тоже надо понимать сущий на небесах.
это не где-то там, куда ты не способен дотянуться, куда практически нельзя докричаться, или надо кричать очень громко, потому что Бог плохо тебя слышит. Нет. Это сущность самого Бога. В Библии есть всего несколько мест, которые близко и глубоко показывают сущность самого Бога. По одной простой причине. Мы, как люди, не способны воспринимать самого Бога напрямую. У нас как бы отсутствуют такие органы чувств. Мы сами по себе не боги. Поэтому мы не можем, даже не способны осознать Бога во всей его красоте, чистоте, святости, величии. Поэтому Иоанн был забран в духе, и он видел Бога на небе. Поэтому откровение, это даже названо откровение. То есть это что-то, что приходит к тебе свыше. Это ты не можешь снизу вверх понять. Это только может прийти в твою жизнь свыше. Во-первых, нам тоже нужны откровения. Во-вторых, там 4 глава, начало. Иоанн видит зрелище небесного трона, на котором Бог восседает в своей славе. После 3 глав, где Бог учит своей церкви, там послание идут к 7 церквям, то есть к нам, там описаны проблемы, победы и поражения церкви, то есть то, что может и происходит с современной церковью. И вот после 3 глав учения идет видение Бога в его небесной славе. Исаия видел нечто подобное, потому что в 6 главе Исаии тоже храм наполнился Божьим присутствием, так что люди даже не могли там находиться. Вот. Приход Бога в твою жизнь, он вытесняет человеческое, чем ты наполнен. Вот поэтому нужны откровения. Откровение — это не то, что чтобы ты увидел какую-то картинку, которая такая странная, непонятная. Нет, откровение нужно, чтобы Божье, что-то Божье от Бога вошло в твою жизнь и вытеснило оттуда то, что человеческое. Твое человеческое понимание, твое человеческое разумение, твои человеческие привычки, манеры и образ жизни, чтобы Бог вошел в тебя более полно и начал творить через тебя, чтобы тебя можно было использовать как взрослого сына. И они видели одну и ту же картину и слышали одни и те же слова. Пока Бог все равно не открыт там в полной мере, вокруг него стоят серафимы, херувимы, я не определился еще до конца, кто это. Небесные существа. Библия называет их живые. В синодальном переводе, 4 глава Откровения, они названы животными. Это не животные, хотя они похожи на них. Это живые. Там суть то, что это живые, то, что это не камень, не огонь, не земля, не дети. Это живые. Они закрывают, они стоят между творением и Богом. Они находятся, по сути, ближе всех к Богу. И Исаия видел и слышал их. И они непрерывно говорят: «Свят, свят, свят». Вот сущность Бога. Когда мы говорим, что Бог есть любовь, аминь. Когда читаем, что Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре, отчим его явил, тоже аминь. Но сущность Бога – это святый. Поэтому вот эти живые существа, которые находятся ближе всех к Богу, они повторяют его основную характеристику. Свят, свят, свят. У Исаии еще Господь Саваоф. В религиях это называется три свят. Ну что, три раза свят. Но здесь, скорее всего, передано таким образом, чтобы подчеркнуть. Потому что, когда тебе что-то говорят, особенно здесь это важно, повторяют два раза, вы замечали, например, Иисус говорит «Аминь, аминь». Ну, не все толкователи думают, что он прям говорил так два раза. Вот, это может быть просто вместо знака ударения, которого тогда не было. Но тогда можно представить, если три раза повторено, какой акцент. Как, то есть Слово Божье акцентирует внимание на том, что и там это сказано по три раза. Свят, свят, свят. Правильное понимание святости Бога. Часто говорят, цитируя, «Будьте святы, так как я свят». Так как Бог свят, ни ты, ни я, ни свят мы не сможем быть. Ибо я свят. Мы, как люди, воспринимаем нашу святость как? Просто прямолинейно. Удаление от греха. Ты прекрасно знаешь, кто ты. Я прекрасно знаю, кто я. Нам не нужны люди с посторонним обличением внутри своего сердца. Каждый знает свои грехи и ошибки.
И каждый знает, что ему приходится прикладывать усилия, чтобы не скатиться в эту сторону, и как тяжело подниматься к святости. И это у верующих Святой Дух есть. Поэтому в Ветхом Завете это названо было «взойти на высоту». Кто ходил на высоту, те понимают, что это нелегкое усилие. Здесь не говорится о прогулочке. Вот. Бог не имеет ничего общего с грехом. Его святость, она вообще не соизмеряется с грехом. Это даже не прямая противоположность греха. Это нечто настолько абсолютное и уникальное, что Бог, чтобы подчеркнуть свою характеристику, в своем слове сказал это в разных местах по три раза. Свят. Вот это нам надо понимать, что ты светишь Божье имя, правильно представляя Бога здесь на земле. И это не только уста. Потому что даже если уста, то мы будем честны и откровенны сами с собой, мы иногда такие вещи говорим. А ведь Библия учит, что вещь, она может выйти только из сердца. Она появляется в сердце. Иисус учил, что прелюбодеяние, убийство, грабежи, богохульство, все это рождается в сердце и выходит оттуда. Поэтому даже к устам нам надо быть очень осторожными. Но также ты светишь Бога не только, когда ты о Нем рассказываешь. Ты светишь Бога, когда твоя жизнь начинает отражать Бога, продолжает отражать Бога и отражает Бога всю твою жизнь. Вот чем ты здесь на земле можешь светить Бога. Это не то, чтобы ты только говоришь о Нем или кто-то допущен на кафедру. Каждый верующий имеет такую гигантскую привилегию – быть отражением Божьей славы. Насколько? Настолько, насколько ты совершенный муж в Нем. Тебя Библия учит, что ты должен быть тем, кто растет в возраст Христа. Бог не может доверять с маленьким детям. Это абсурд. Это даже родители, даже просто мы, люди, мы не способны доверять маленьким детям какие-то важные вещи, если мы в здравом уме. Ты не можешь как бы доверить ребенку ничего. Но взрослому можешь. Поэтому, если твои молитвы только переполнены, что дай мне реши мои проблемы, вообще, папа, ты меня слышишь, я твой или не твой, то ты еще младенец. И до определенного возраста это допустимо. Но свое творение, распространение своего царства Бог может доверить только взрослым. И твоя взрослость, она заключается в том, что ты понял, что Бог хочет, чтобы ты делал. И тогда тебе не надо каждые 15 минут ему кричать: а ты еще со мной? А я еще твой сын? Нет. Ты уже взрослый в том, чтобы Бог доверил тебе распространение Его царства. И не всем нравится оценивать свое духовное состояние. И вообще правильная оценка, она не от количества, она от качества. Людям не надо, например, супругов возьмем, людям не надо объяснять, любят ли они друг друга, или они живут в одной квартире и спят в одной кровати. Они это сами знают. И родителям не надо объяснять, тянет ли детей к ним, или они убегают на улицу при первой же возможности. И детям не надо объяснять, такая ли атмосфера в доме, так ли родители любят друг друга, что детей прям тянет побыть в их присутствии. Или они просто убегают, потому что им даже на улице интереснее, чем дома. Это никому ничего не надо объяснять. Это каждый человек сам знает. То же самое. Тебе не объяснить словами, любишь ли ты Бога. Но ты сам знаешь это, на что ты готов пойти. Поэтому надо оценивать вот это качество, градус отношений с Богом. Не количество сделанных тобой дел. Многие люди по характеру более деятельны. Мария часто сидела, Марфа часто бегала. Вот. Так, пойдем дальше. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. Под хлебом нашим насущным понимается обеспечение в этой жизни. С самим словом насущный в средние века было очень много спекуляций, так как светская литература на греческом языке в первом веке, она просто не давала четкого понимания вообще, что это слово обозначает.
даже как бы само по себе насущный. Насущный, что такое насущный? Насыщает. Да. И люди спекулировали с этим словом. В конце концов, даже в самом католицизме не все были согласны с тем, что это слово стали притягивать к ритуалу, то есть к принятию и причастия. Потому что стали развиваться учения, которые даже внутри религии люди понимали, что оно ошибочное или же даже вообще еретическое. Что типа ты посещай собрание, принимай причастие, и вот это тебя и доведет до неба, это тебя и напитает твоего внутреннего человека. Ну, живешь как хочешь, но не проблема, есть же служителя. Покаялся, почистился, принял и пошел дальше. Очень удобная жизнь, религия всегда людям удобна. Религия вообще нужна людям, как прослойка между Богом. Потому что человек, который не хочет отдавать свою жизнь Богу и не позволяет, чтобы Бог его двигал, ему как бы живой Бог не нужен. Ему нужен, наоборот, такой Бог, которым он может двигать и манипулировать. И это не так. Это не библейское учение. Поэтому во все века люди все-таки искренне верующие, их заботило, кто есть Бог, что Он от нас хочет, как с Ним общаться. И в это тоже входит, что, как бы, что у Него просить, что нам нужно. И в таком примитивном значении нашли, в конце концов, какую-то там записку на глиняном черепке, или жена себе записала, или слуге там записала. И там просто был перечень продуктов, начиналось гусь жирный. Там по продуктам посмотрели, это либо на день небольшой семье, либо такой хороший ужин, пару семей, там, может, гостей позвали, детей много было. Вот. Но суть в том, что она, эта записка была подписана на сущные нужды. И это было очень сильным, так сказать, аргументом, чтобы понять, что это не что-то фантастическое. Это не что-то сверхъестественное, которое потом должно было открыться в религиях. Нет, это то, что тебе действительно необходимо. Как определить то, что тебе действительно необходимо? Если посмотрим Ветхий Завет, то давайте откроем. Это было написано притчи, 30 глава, 7-9 стихи. Седьмого стиха, 30 глава. «Двух вещей я прошу у тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру. Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом. Дабы, присытившись, я не отрекся тебе и не сказал, кто Господь, и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе». Поэтому нам нужен баланс, правильное понимание, что и сколько нам необходимо на самом деле. Если ты действительно отдан в Божье Царство, отдан Ему как слуга, как раб, Он твой Господин, твой Господь, то Бог тебе даст, из чего ты сможешь и уделять десятину, и кормить голодным, и видеть нужду, и покрывать нужду рядом с тобой. И естественно, что на этом фоне твои личные нужды, они будут покрыты. Проблема начинается, что когда людей вот тянет именно к этому обогащению, ради самого обогащения, то есть суету и ложь удали от меня, это имеется в виду тоже, что дабы я, присытившись, не отрекся от себя. Мы иногда ищем не Бога, а спокойствие. То есть нам как таковой Бог не нужен, он только лишь исполнитель наших желаний становится. Нам нужно, так сказать, вот этот вот создать уютный мирок, который Иисус говорил притчу, то, что человек работал, у него были склады, он хотел сделать даже больше. Но проблема в чем? Чтобы самоуспокоиться, чтобы сказать своей душе, ешь, пей и веселись. Вот мы иногда ищем не Бога, а вот это состояние, вот это ложное богатство, о котором говорит Библия. Потому что Господь тебя в этот момент спрашивает, а когда душу твою заберут? Зачем тебе все это? Поэтому надо переключиться с поиска своего на поиск Божьего. И, соответственно, если Бог тебе доверит какое-то служение, Бог доверит тебе и обеспечение.
Ему и нужны взрослые сыны, чтобы им доверить служение и обеспечение. Он не может невзрослому и обеспечению тоже доверять. Они же неправильно будут распоряжаться. Они начнут себе грех и проклятие собирать, вместо того, чтобы правильно раздавать. Поэтому взрослость, она и для этого нужна, чтобы правильно распоряжаться тем, что тебе доверено. Поэтому посмотрим Новый Завет. Это 1 Тимофея, 6 глава. С 6 же стиха. По 9. Великое приобретение быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в искушение, в сети, во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Достаточно понять. Вот это, кстати, достаточно тоже в религиях освящено. Это обычно, когда хоронят. Знаете, есть такая формулировка: «Нагим ты пришел в этот мир, нагим уходишь». Хотя бы на покойника одевают. Суть не в этом. Суть в том, что ничего ты не унесешь отсюда. Ничего. Ты ничего не принес в этот мир. Тебя мать родила таким, какой ты есть. Ты ничего не унесешь отсюда. Одного этого понимания достаточно, чтобы быть довольным только от того, что ты сыт и одет. В принципе, так-то тебе, что еще нужно? Вот. Но здесь также говорится то, что Иисус учил о праведном и неправедном богатстве. У него есть притча, как бы, о неверном управителе, где человек узнал, что его скоро уволят, он быстренько подрастратил некое имение своего господина, чтобы приобрести друзей. Иисус не учил о пользе какого-то там воровства, но в этой притче скрыт такой, как бы, не знаю, для меня это не намек, может, для кого-то намек. То, что тебе Бог доверил на этой земле, надо правильно понимать, Бог тебе дал, если я говорю с верующими, то мы понимаем, то, что Бог нам дал, это Бог нам дал. Ты должен это правильно использовать. Поэтому наше время, в первую очередь. В 21 веке все осознали, что вдруг главный ресурс – это время. По одной простой причине. Темп жизни увеличился, а времени не добавилось. В сутках было время, плюс еще на сон, на еду уходит. Поэтому время, наши силы. Потому что наши силы, мы вольны ими распоряжаться. Это ответственность, которую нам доверена, на что мы направим наши усилия. Наши, в том числе, финансы, имущество – это есть что-то, что в конце концов умрет вместе с нами и на небо не пойдет. Но мы из этого неправедного богатства можем создать праведное. То есть приобретать друзей богатством неправедным. Все, что у тебя есть, может быть направлено на то, чтобы ты служил Божьему Царству. Поэтому я когда-то это слышал, это не мои слова. Если у тебя есть большая машина, это неплохо, это хорошо. Ты же на ней можешь много людей привести на христианское собрание. Можешь на евангелизацию кого-то отвезти. Если у тебя есть большой дом, это тоже неплохо. Если там церковь может собираться, потому что у нее своего здания нету, это тоже очень хорошо. В маленькой комнате могут быть несколько людей, в большой комнате может быть несколько десятков людей. Поэтому зависит не то, что ты имеешь, зависит, как ты это используешь. Поэтому направь то, что ты имеешь, на достижение Божьего Царства, на торжество Божьего Царства здесь, на этой земле, и тогда ты будешь благочестивым и довольным. Суть не в том, что Бог приумножит. Он приумножит, если соберется дальше это использовать. Суть в том, что ты сам будешь благочестивым и довольным. И это состояние, оно недостижимо просто финансами. Это состояние Библия называет великим приобретением. Поэтому если ты правильно, я правильно, мы правильно будем использовать то, что нам доверено Богом, мы получим великое приобретение, мы наконец-то станем довольны. Потому что много людей знают, как трудно жить с жабой внутри. Вроде вот имеешь то, что нужно, даже чуть больше, а она все равно тебя
так сказать, толкает. Душит. Душит, да. Отдать трудно, поделиться трудно. Всегда хочется что-то, что становится недостижимым. Вот, суета этого мира, которая получает власть над тобой. Но она идет, здесь написано, 9 стих, «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сети во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу». Поэтому пока ты не взрослый, ты будешь всегда просить для себя. И лучше, если у тебя при этом ничего нет, и Бог тебе ничего не дал. Потому что если у тебя мотив сердца неправильный, а у тебя что-то появится, то это же проклятие, оно придет на тебе. Ты же тогда начнешь вот все эти безрассудные и вредные похоти стремиться. И погрузишься в бедствие и пагубу. Поэтому и лучше, когда таким людям Бог не дает ничего. Но лучше быть благочестивым и довольным, правильно употреблять то, что Бог нам дает, питаться самим от этого и еще иметь такую привилегию и честь по распространению Божьего Царства на этой земле. Вот что Библия понимает под хлебом нашим насущным. И очень тоже такой важный момент – 4 стих, вот все, Лука, 11 глава. «И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Про прощение так важно, что у Матфея есть еще, это 6 глава, 14 и 15 стихи, два дополнительных комментирующих стиха. «Ибо если вы, это Иисус, Бог говорит, будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешения ваши». Здесь есть кто-то, кто бы хотел, чтобы Бог не простил ему его согрешения, вменил ему эти согрешения, они бы довели его до ада. Но мы внутри себя не имеем вот этого духа прощения по отношению к людям вокруг нас. Это достигается от любви к Богу. Это не достигается от понимания заповедей разума. Потому что в другой притче, которую Иисус сказал, что ты пойдешь к алтарю и вспомнишь, что брат что-то имеет на тебя, да брось ты эту жертву, даже не доходи до алтаря, а иди и примирись с твоим братом. То есть Бог учит тебя, меня в первую очередь, что не молись мне, не поклоняйся мне, если ты потом живешь со своим братом, сестрой, как враги. Даже не приходи на мои собрания. Это в Ветхом Завете израильский народ часто входил в такую манеру жизни, что Бог им сказал, да мне вообще ваши поклонения отвратительны, прекратите топтать дворы моего храма. Поэтому есть так называемые в теологии горизонтальное и вертикальное прощение. То есть события, вот здесь написано, с людьми вокруг тебя не могут препятствовать отношению с отцом. То есть ты сам можешь их прерывать, искажать и уничтожать тем, что не прощаешь. Не проблема, что два человека воткнулись друг к другу, это высыпало искра, если сравним с железом. Проблема в том, что потом люди не ищут примирения и не прощают друг друга. Вот в чем проблема. Гнев свойственен человеческой природе. Мы начали, что остаток злобы и гнева должны быть удаляться от нас. То есть это что-то, что твоя природа, она постоянно рождает. Это надо просто убирать, убирать, убирать и наполняться Божьим Духом и Божьим Словом. Но непрощение внутри тебя способно разрастись и прерывать твои отношения. Сначала исказить, сделать их неправильными, а потом прерывать твои отношения с отцом. Вот тут уже надо быть осторожным. Это рождается уже даже не от возраста, а от любви. Потому что если что-то препятствует нам быть с нашими любимыми, мы всеми силами, если мы кого-то любим и стремимся к нему, мы это все решаем. Это для нас вообще становится не проблемой. Почему? Потому что наш приоритет – это отношения с любимыми людьми. Или с любимым Богом, если ты любишь Бога. Тогда тебе вообще не проблема. Если я кого-то задел, обидел, я могу попросить прощения. Это не дает потом права человеку манипулировать мной, что «а, ты помнишь, ты сделал?» Я помню. Извинился. Если есть ущерб, покрыл. Все. Я перед Богом чист. Вот этот момент надо понять. Тем более, еще легче, если ты меня обидел.
Если это мне мешает относиться правильным отношением с моим Богом, то твоя обида по отношению ко мне вообще становится не проблемой, потому что это легче. Это мне не надо к тебе идти, это мне не надо у тебя что-то просить или покрывать, это мне нужно только простить тебя, прощая. Люди, которые любят Бога, их обидели, они прощают сразу, это не проблема. Это даже не надо сделать каких-то физических усилий. Не надо пойти, не надо встретиться, не надо обсуждать, не надо решать. Это надо только простить, прощение. Это только от любви. Это не рождается от понимания. Петр начал, находясь рядом с Иисусом, что-то понимать. И вообще, когда с Иисусом близко, начинает что-то понимать. Говорит, открываются вещи. И он говорит, Иисус, если меня мой брат обижает, вы представьте, группа минимум из 12 мужиков всегда ходила с Иисусом. Мне его 7 раз в день прощать. Это очень много. Люди, кто живут в коллективе, те с нами знают, что такое, конечно, близкие отношения. Тебя обидеть могут только близкие, дальние тебе на них все равно, они от тебя далеко. Ты представь, 7 раз, особенно одно и то же согрешение. Например, брат или сестра в критике, в злобе, и на тебя вот это выливается. Ты сказать «прости» или даже попытаться в своем сердце это родить и осуществить это прощение можешь. Но если это особенно одинаково, поэтому нам тяжело особенно братьев и сестер терпеть, если это особенно одинаковое согрешение, ты на 7-й раз, ты представляешь, как ты кипеть уже будешь. Представляешь, ты прощаешь человека, он тебя сам просит прощения, ты его прощаешь, а он опять. И второй раз, и третий, и четвертый. Вот это накапливание осуждения братьев, сестер, оно и прерывает наши отношения. Иисус такую притчу говорил, вы ее все знаете, что господин простил 10 тысяч талантов, а тот не захотел прощать 100 динарий. И вот когда мы накапливаем на людей, и это начинает прорываться в нашем поведении, в нашем диалоге. А, ты опять это сделал. Ты опять. Иисус под прощением не подразумевает, что ты один раз отпустил человека, но все равно записал все, что он сделал для тебя. Иисус учит, что каждый раз мы должны возвращать человека в ту же позицию, в которой он и был до согрешения. То есть брат, брат, сестра, сестра. Близкий наш человек, по-прежнему близкий человек. Но если ты его начинаешь вот это уже отталкивать, удалять от себя, или начинаешь ему это все припоминать, душить его, то у тебя становится отношение с Богом неправильным. Ты сам начинаешь уже прерывать свои отношения с Богом. Поэтому прощение – это от любви к Богу. Ты сможешь прощать, если будешь любить Бога. Любой, кто любит Бога, будет любить ближних. Поэтому Писание учит, как может человек любить Бога, если видно, что он даже ближнего не любит. Это всегда взаимосвязано. Вот. Поэтому это трудный, но выполнимый, очень важный момент. И осталось, не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. В Луке момент больше сакцентирован, потому что на нем молитва и заканчивается. В Матфее там потом есть «Ибо Твое есть царство, и сила, и слава». А здесь как-то вот тревожно все прерывается. «И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Это, по сути, как бы, несмотря на трудность так, первого понимания, это по сути искушение, испытание, это одно и то же, в зависимости с какой стороны ты это воспринимаешь. Одни и те же вещи могут сделать тебя сильнее, если ты проживешь их и убедишь Бога, или сделать тебя слабее, если ты не будешь иметь веру в Бога, в Его силу в твоей жизни, и ты поддашься искушению и не упадешь. Поэтому это по сути одно и то же, в зависимости, как ты это воспринимаешь. Об этом говорит и апостол Павел, 1 Коринфянам 10:13. Здесь написано, «Вас постигло искушение, не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил,
внутри искушения даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести. Вот. Поэтому, когда ты сталкиваешься с чем-то в своей жизни, что, на твой взгляд, сильнее, чем ты, это не обозначает, что это сильнее, чем Бог. Просто Бог допускает что-то в нашу жизнь, чтобы мы прошли и это, воззвав Богу и взявшись за Его руку, убедившись в Его реальности, убедившись еще раз в том, что наш Отец силен провести нас через то, через что мы сами пройти не в силах. Иначе бы, зачем бы тебе нужен был всемогущий Отец, если ты сам все мог пройти? Это же, когда ты не веришь, не прибегаешь к Отцу, становится для тебя искушение. Ты просто упадешь, потому что ты сам действительно не в силах это победить. Взросление идет через такие моменты. Взросление, как спортсмены становятся сильнее? Им планку выше ставят, время на секундомере сокращают, время на принятие решений уменьшают. Они только так совершенствуются. У Павла сравнение с атлетами очень много. Он говорит, я бегаю так, кто не просто для фитнеса бегает, я бегаю серьезно, чтобы победить. И дерусь не просто, чтобы в воздухе так это, кулаками помахать, тоже, чтобы победить. Вот этот вот процесс взросления, он и приходит от того, что ты преодолеваешь, то, что жизнь тебе преподносит. Преодолеваешь с Богом. И апостол Петр тоже говорил, первое послание Петра, первая глава, 6-7 стихи. Здесь написано, первая глава, 6-7 стихи. «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, даже дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Бог допускает это в нашу жизнь, в том числе, чтобы отлетели всякие примеси, отлетело наше мнение, отлетело наше несовершенство, наша детскость. Иисус даже Петру говорил, все сатана просил сеять вас, как пшеницу. И тяжелое, полное зерно, оно всегда падает, оно возвращается, оно не теряет свой статус в Иисусе Христе. Шелуху сдувает. Чем зерно менее совершенное, тем оно легче, тем сильнее его ветра сдувают. Вот те ветра, о которых говорится в Ефесянах. Поэтому ты видишь полных, зрелых христиан, и ты думаешь, что у них искушений нет. Да у них искушений еще больше. Они позиции занимают, из-за этого виднее, на них люди смотрят. У них, так сказать, точек соприкосновения больше, чаще. Им приходится очень часто даже обижать, можно так сказать, людей, потому что приходится исправлять, направлять. А это вы понимаете, это нам очень нравится, мы всегда только благодарны за это, всегда благодарим в ответ. Поэтому тяжелое зерно, оно упадет на то же место. Здесь говорится про золото, например, что огнем испытываемо. Золото переплавляют. Когда химия была несовершенна, не так совершенна, как сейчас, хотя, я думаю, в Божьих глазах она и тогда была несовершенна, и сейчас. Тогда золото, драгоценные металлы, просто по много раз переплавляли и удаляли из них примеси. И был очень простой способ, как определить чистоту золота. Когда оно бурлит, когда оно горячее, это тоже для нас пример. Еще святой Августин говорил, что кипящие котелки мухи не садятся. Эту же ты еду поставишь, забудешь, и на следующий день ты знаешь, сколько там, чего увидишь, если там мухи есть в этом помещении. Так вот, золото потом застывало. По-прежнему у него много примесей, оно мутное. Его еще раз переплавляют, еще раз из него выжаривают вот эти примеси, еще раз их это удаляют. И оно застывает. И плавильщик делает так много раз, и потом при застывании золото как было гладким и блестящим, так наконец-то и осталось. И нормой считалось, что плавильщик видел свое отражение. Даже иногда для ювелирки это слишком много, потом уже добавляют другие примеси, но уже там в нужных пропорциях, там меньше, чтобы помягче было, чтобы там кольца, цепочки крутить.
Но не суть. Суть в том, что стандартом считалось, что плавильщик видел свое отражение. И Бог допускает, даже вот если мы его почитаем, там сатана каждый раз поэтапно вынужден был спрашивать у Бога разрешение. Бог допускает, чтобы некоторые испытания или искушения приходили в нашу жизнь, чтобы через это возрастало качество нашей веры. Чтобы мы опирались на Него, чтобы это пройти. Чтобы Он мог видеть в нас свое отражение. Потому что Библия начинается, когда говорит о человеке словами, что создал Бог человека по образу и подобию своему. Сейчас своим Святым Духом Бог возвращает нас в этот образ и подобие. И уже в греческом языке это слово «характеро». Вы же его все знаете. Это слово, которое в современности обозначает характер. Поэтому Богу нужны его сыны и дочери не по ДНК, что надо верить, что это верующий, а по характеру. Люди, в которых виден его образ, которые живут жизнью, через которые другие люди видят Христа в тебе, потому что ты, претендуя на звание верующего, ты нарекаешься имя. Какое? Христианин. Поэтому нужно, чтобы был Христос в тебе. Поэтому само это слово, оно обозначало оттиск, отпечаток. То есть перстень, печатка, оттиск, печать. Поэтому нам нужно иметь вот эту Божью печать на себе, взрослого сыновства. Вырасти из этих младенцев, не быть ими больше, просто возрастать. Поэтому уже заканчиваем. И апостол Иаков присоединился, они были с Петром в практике, написали не так много. И 1 глава, 12 стих. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь, любящий его». Но здесь, как практик, как лидер церкви, если мы по деяниям посмотрим, апостол Иаков, брат Господень, который начинает послание «раб Господень», он соединяет вот эти основные принципы. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь, любящий его». Все в одном стихе, весь принцип христианской жизни. Первое, что если ты любишь Бога, ты пройдешь эти искушения достойно и будешь признан достойным, быв испытан. Быв испытан. И ты блажен при этой жизни, потому что за такую жизнь ты можешь не сомневаться, венец жизни тебе уже обещан. Поэтому Бог проводит нас через испытания, чтобы потом было за что нас увенчать. Как спортсмену повесить медаль, если он даже не участвует в соревнованиях? Если он много говорит о спорте, хорошо в нем разбирается, критикует других спортсменов, причем сознанием делает, но сам не участвует ни в забеге, ни в битве. Поэтому Бог проводит христиан. То есть имеется в виду не количество служения, там, которое ты исполняешь, а проводит христиан через эту жизнь, чтобы они прожили ее качественно, перед ним, с ним, вместе с ним, чтобы потом их увенчать. И вот этим всем принципам Иисус учил в своей молитве, и это действительно пригодится на все века, для всех людей, для любой ситуации. И если ты видишь, и я вижу свое несовершенство, то это не дьявол тебя обманывает. Это даже уже совесть твоя говорит, и моя. И это так и должно быть. Как бы здесь тоже апостол учит, что люди, которые читают слово, видят себя, а потом уходят и ничего не делают, они подобны глупцам, которые забывают даже свое отражение. Слово – это его функция. Показать тебе и мне, кто мы есть, для того, чтобы идти дальше с Богом, меняясь. Меняй, чтобы его характер проявлялся в нас и через нас, и прилагались другие люди к его церкви. Аминь.